В Белгороде сотрудники Белгорблагоустройства продолжают приводить город в порядок. На очереди спил старых и больных деревьев, которые зачастую становятся причинами аварийных ситуаций. Это далеко не весь список работ. Рабочие также оздоравливают молодые растения путем кронирования их веток, благодаря чему улучшается их приживаемость и снижаются случаи повреждения линий электропередач. Кронировку деревьев производим только тополей, которые имеют большую парусность. Придаем также декоративность дереву и обеспечиваем безопасность данного насаждения. В последующем взамен всех деревьев, которые подлежат спилу, будут высажены новые насаждения. Красоту по городу наводят 4 бригады по 5 человек. Работы начинают с 8 утра. Стараемся смотреть на все заявки. Все выполняется вовремя. И соблюдаем также всю и технику, и безопасность. И стараемся, чтобы наша работа не приносила дискомфорт жителям города Белгорода. С начала года по всему городу сотрудники Белгорблагоустройства спилили 660 больных и старых деревьев, кронировали и обрезали 407, и работы продолжаются. Денис Тремоусов, Антон Некрасов, Белгород Медиа.